Пара-пара-пам. В журнале Last of Us. Ну что ж, продолжим. Так, нас загнали в угол шрамы. Мы сейчас играем за Эбби. Правильно, правильно. Какая наша задача? Выбраться отсюда живыми. Хотя... Хотелось бы вообще мне этого или нет, но придется. Кто-то есть. Оп. Кентукки. Какой год? 72-й. Читать не будем, и так все понятно. Тихо. Спокойно. Так, напоминаю, мы выехали с базы. Эй, Эбби. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хватит материалов, чтобы смастерить бомбу. Принято. Мы выехали с базы. И на нас напали шрамы. Куда мы ехали? На другую какую-то базу. Теперь мы от них скрываемся и... Да ладно. Так, а ты тоже так умеешь делать? Говоришь, хоть материалов не хватает. Врешь. Оп, а если вот это добавить? Так, теперь есть. Замечательно. Что у нее вообще есть? О-о-о. Кентукки и Вирджиния. Две монеточки. Ноль деталей. Все то же самое, да? Детальки. Классная пушечка. Короче, двигаемся дальше. Спасаем свою попку от шрамов. Или как их называют еще? О! Хэллоуин, hello, guys. Как их называют там еще по-правильному? Как-то есть другое название. Серафимы, что ли? О, детальки. 5, 4, 4, 5. Неплохо. Так, ребят, подождите. Сейчас я все здесь залутаю и подойду к вам. Не переживайте, мы из этого дерьма выкарабкаемся. Все хорошо, все спокойно, все стабильно. Так, прилавочек зачистили, двигаемся дальше. Я вижу кустики. Много где можно спрятаться. Согласен. Ребят, это не они. Зараженные. Зараженные. Это не шрамы. Можно потушить фонарик. А сколько их можно послушать? Так, это кореша. Мне кажется, вот этого бойца мы потеряем. В ходе этой операции. Так, вижу раз зараженного. Да с его телосложением, я думаю, руками может их избить всех. Собака, конечно, очень послушная, молодец. Я пойду здесь, ребят. А вы как-нибудь там тоже просочитесь. Я так по-тихому, аккуратненько в спину зайду. Я бы на вашем месте делал то же самое. Чтобы быстренько с ними разобраться. Опа. Скрытое убийство. Тот не заметил. Хорошо. Смотри, как задушило его. Ой, еще и ножницы. Откуда-то у типа были. Так, это бродячий. Тут еще доходит. Послушаем. Здесь стоит еще одно тело. Это... Можно подкрасться к этому. Захватить и также убить. А того мы вырубим с палки, получается. В принципе, будет не особо бесшумное убийство, но... Тебя подождем, пока он вернется сюда. Или это долго? Получается. Ну сейчас, пускай подойдет. Он же двигается в нашу сторону или нет? Да, что-то там пытается. Так, раз, два, три. Есть, есть, хорошо. Это все. Больше никого? Да. Чисто. Это намного круче, чем бухать и смотреть аниме. Что? Ничего. Куда ведет эта дверь? Что за мир дверей? Осмотреться? Ребят, посмотрите. Вон, свет пробивается. Ага. Может, там вылезем? Я заберусь и гляну, что там. Я понял. Все опять на мои хрупкие, нежные женские плечи. Сейчас. По луту я, в принципе, все собрал. Видимо, да? За прилавками. Тоже ничего нет? Что-то бы мелькнуло. Так, песечка. Двигаемся вверх. Так, большая щель нам туда. Оп. Вот и лут подъехал. А зачем взрывчатка? Детальки сюда давай.
Все полезно. Так, а тут как забраться? Ага. Вот сюда. Ну, рискнем. Да, конечно, заменяем. Палка и топор. Сравнивать, что ли, будем еще? Перебирать? Не-не-не. Конечно, берем топор. Рискнем. Так, логично, да, что ты там беременная, не полезет. Да, можно ее не улучшать, потому что как бы меня ждет финальная схватка. Элли и Эбби. Так, что можно сделать? Да, повысим здоровье. Первое, что нам необходимо. И глушитель. Аптек нам достаточно. Думаю, пока две аптеки. Ага, еще раз повторюсь, женщина не выглядит такой прям нуждающейся. Ух ты, так можно было? Только зачем? Только зачем я это сделал? Теперь по новой залазить наверх. А, можно было сразу здесь залезть. А, лишние вот эти вот телодвижения. Так. Давай, 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 ускоряемся. Не надо ползать здесь, надо идти. Ты наклоняешься. Сказали идти, значит иди. Вот так, бодрей. Нам теперь... Ага, вот сюда. Прыжочек. Тихо. Тихо. Какие-нибудь твари поползут, правильно понимаю? Ребят! О, псина молодец! Они идут! Давай! Так, можно взять гранатку, правильно? Бегу! Или не надо? Справа! Разберемся сейчас. Этот мне, этот на мне. Так, подругу жрут. Давай двигаться. Раз. Еще где? Следующий. Вот это на мне. Оп. Да и зачем вы патроны тратите? Лютая дичь. Молодец, хорош. Можно тебя так? Там, блядь, брат, братан. Ты полезен, в принципе. Не зря ты со мной ходишь. Так, возьмем плюшек всяких. Все целы. Патроны зря тратить не хочу. Только патронов. Мне нравится в рукопашку. Как же они задрали. А вот ты зря это делаешь. Да, задрали. Пора отсюда валить. Так, кто будет спорить-то? Откуда у них в карманах вообще всякие ништяки еще? Так, выкинем бутылку. Возьмем кирпич, правильно? Кирпич мощнее бьет. Есть? Есть. По кругами хожу. А, это все тоже бутылочка. Что у вас, ребята? Тоже изолента. Строители какие-то, наверное. Скотчем все бегают. Так, тут у нас Ширкун. Вообще, я его с бутылки просто положил, можно сказать. Все сделал этот молодой парнишка. Горячей национальности. Тут что? Ничего. Нет, мы не будем просто так бегать. Мы ищем лут. Лут всегда полезен. Плюшки, шишки, кирпичи. Палка. Зачем палка, если есть топор? А, топору почти вафли. Давай палку возьмем. Собак, слышу, бегает рядом со мной. Так, братан. Ты самый смелый, ты иди вперед. Я разведаю обстановочку вот здесь. Не хочу ничего пропускать. Может, что-то ценное найдется. Очередная палка. Слишком много палок. Что это за магаз такой? Опа. Паркур, паркур. Че могу? Так. Я понял, больше ничего здесь найти нам не удастся. Тоже пусто. Здесь. Так, обыскиваем все. Так, о, нашел. Строительный магазин все-таки, как это, без деталей. А здесь что? Это валяется. Лучи солнечные, извините. Обознался. Ну все, пошли на выход. Где наша беременяшка? Я нашла выход. Да, именно ты. Чувак уже стоит 10 минут.
Мэнни. Сейчас. Оп, оп, оп. Давай, 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 давай. Дама вперед. После дам, после дам. Леди, леди, пожалуйста. Через месяц я бы здесь не пролезла. Давай, Эбби. Сам сказал, дама вперед. Люблю я тебя. Ну что? Эбби, похоже на теплицу твоего отца. Не очень. Тут хоть что-то растет. И правда. Шутки подъехали. Знаете что? Удачно вышло. Видите? Вы снова сблизились. Заткнись, Мэнни. Я же говорю. Оп, оп, куча деталей. 17 штук. Хорош. Монеточка. Еще нашла? Массачусетс. Ага. 66-й. Можно использовать в одной забавной игре на выпивку. Может, позже. Да, я помню, мы играли в это. Веселая штука. Так, плюшки, ништяки. Зато детали, смотрю, очень хорошо за нее дают. Прям на ура. Так, а ребята, вы где, собственно? Да, мы все обыщем. Все соберем. И будем двигаться дальше. Пусто, пусто, пусто. Вот тут тоже. Рута лежит. Вот так, хорошо. Был бы это, не знаю, какой-нибудь сектор, чтобы нарисовано. На локацию заходишь, зашел в описание кто-нибудь, там, в менюшку, показал, а типа здесь вы обыскали там процентов на 70. И такой, ага, значит, буду искать дальше. Не то, что прям прямые подсказки были того, что это лежит там-то, это лежит тут-то. Просто бегать и искать так же. Оп, детальки, ножницы. Хорошо. Детали полезны. Тут что? Тут пусто. Так, еще таких пару домиков маленьких. Этот закрытый. Закрытый. Так, собственно, ребятки, я вроде как все закончил. Где выход? Хочу, так, кстати, осмотреться. Так, нам, по идее, через верх, да, надо лезть. Клумба страшная. Ага, давай. Вот эту штуку сделаем. Это полезно будет. И вот эту штуку заберем. Не, не заберем, ру. Выход. Я вижу выход. Так, сначала подождите. У меня сколько деталей? 81 штука. Теперь нужен верстак найти. База там. Ну, вон, шрамов ты. Не видно. Это пока. Это пока. Да. Идем дальше. Языка сняла. Чупачки. Чупачки. Боже. А ведь когда-то мы могли ходить по этому району, не опасаясь шрамов. А ну, побеседуй со мной. Тоскуешь по перемирию? Тогда жилось проще. Слишком просто. Мы расслабились, и они вздернули целый отряд. В отместку за то, что мы расстреляли тех детей. Но пойми, эти дети угрожали нашим. Ты бы что сделала? Точно не палила бы из всех стволов. Я бы спасал наших ребят. Мэнни, это дети. Они не виноваты. Мы тоже не виноваты. Те смерти на их совести. Ну-ну. Давай, я тебе без интриг. Не хочется сглазить, но тут как-то слишком тихо. Согласен. Смотрите по сторонам. Оп. Дальше. Нужно перебраться на ту сторону. Может, пройдем через здание? Ага, чтобы получилось как в прошлый раз. Так и другого выбора нет. Что ты предлагаешь? Нет. Ну и все. Сказал. Дверь чем-то подперли. Может, есть другой вход? Да-да-да, конечно. Я его даже вижу. Сюда и на веревочку. Кабель. Кабель. Мэнни, посмотри, подсади. Что там.
Давай. Опа. Конечно, с такими руками вообще сразу до крыши подкинула его. Кабель за что-то зацепился. Я пока сгоняю туда, пока там решаешь эту проблему. Тут, по идее, не должно ничего быть. Вот так. Так оно и есть. Залезай. Мел, постой с Элис. Я попробую открыть эту дверь. Поищу для вас другой путь. Давай. Аккуратней. Не понял. Подожди, куда мне надо? Все сюда же, я понял. Он просто его приспустил, скажем так. Так, и можно осмотреться хорошо. Ну? Шрамов пока не видно. Может, они забили? Ха, конечно. Шутник. Нет, я оптимист. Ща? Ничего нет, я понял. Тут высоковато. Да, это точно. И что, мне просто так сигать? Блин, падлу, конечно, но... Я дурак? Я дурак. А, вот это надо взять. Тут высоковато. Ну я уже ощутил. Ну давай. Вот так нормально, бодрячком. Все, Мел. Мы внутри. Кто мы? Мел, двери. Ну, потерпишь, короче. Пока я все осмотрю. Иди открывай, если хочешь. Детальки есть. Так, забарный стол. О, аптечка. Таблеточки. 12, 11. Ништяк. Прям таки жирненько. Ножнички. Все, больше ничего нет. Потерпи. У нас интим. Оп. Скотч. И еще куча деталей, 12 штук. Вот теперь, по-моему, все. Так и быть, откроем. Подожди чуть-чуть. Мужик, ты не хочешь помочь, да? А, ты занят другим автоматом. Окей. Иди сюда. Собака, иди первая, разведай. Угу. Тут, конечно, как всегда, закрыто будет. Странно. Обычно везде всегда все закрыто. Вы посмотрите. На что? Лодочная мастерская, что ли? Надо запомнить это место. Лишние запчасти нам точно не помешают. Во, верстак. Замечательно. Теперь бы найти еще детали. Вот они. И можно что-то придумывать. Так, модифицируем свое оружие. Вот оптика. Оптика, это хорошо. 80 на оптику. Фига себе, 4х. Так, давай увеличим, наверное, 60 и 50. Это будет у нас 110, у нас 122. Стрельба очередями не требуется. Пока без оптики побегаем. Вот так сделаем. Ну что, нельзя сразу нажать одно, второе, потом уже крутись с этим оружием как хочешь. Было бы удобнее так гораздо. Когда делаешь сразу две вещи. Я понимаю, да, насладилась ты им, осмотрела его. А теперь, пожалуйста, магазин увеличь мне. Все, замечательно, 12 штук осталось. Интересно, я все нашел или нет по пути детальки? Я где-то, скорее всего, тоже профуфукал. А, в принципе, да, дверь-то открыта. Потому что с другой стороны можно было спокойно открыть ее. Лут. Лут. Лут, хорошо. Так, что-то цокнуло. Давай аптеку сделаем. Третья аптека не помешает.
Пузыречек. Чей-то шкафчик. Нет места. На топляка можно было динамит использовать. Ой, давай крутить. Ладно. Смотри, что могу. Сейчас заклинит, да, как обычно, конечно. Пес там на чили валяет. Я подержу. Давайте. Я подопру. Прости. Сука. Все в порядке? Да. Рычаг сломан. И что теперь? Эбби, глянь. Люк. Угу. Мэнни, побудь тут. Мы посмотрим, как забраться на крышу. Вариантов-то особо у него нет. Ну, ты рада, что поехала с нами? Да. Хоть развеялась. Надо будет сказать Мэнни спасибо. Я рада, что я здесь с вами, а то иначе я бы не смогла вам помочь. Мысли позитивно. Чашка. Термокружечка. А что из нее можно будет сделать? Да, так, что-то такое странная штука. Тут никого нет, надеюсь. А, тут даже заперто, окей. Так, сюда как-то залезть можно? Где-то что-то здесь есть? И сюда подвинуть, конечно, что-то было бы вообще хорошо. Ну, давай думать. Тут особо таких прям сложных задач нет. Надо как-то забраться наверх. Как это сделать? Надо открыть ту дверь. Так, мысли нет пока. Так. Что там у нас? Есть идеи, нет? Нет мысли, да, значит, у тебя? Нет, а я думаю, все-таки надо еще раз. А. Садика меня. Есть идея. А. Идеи я люблю. Сама, да, решилась? Вызваться. Ну давай. Ну, так я подошел. Петр. Давай. Ты это, не переусердствуй только. Так что за идея? Секунду. Ну ты еще думаешь? Импровизируешь? Что ты делаешь? Пробираюсь к выходу. Ладно, только не спеши. Юркая какая. Хорошо в беременности. Низкий центр тяжести. Поверю тебе на слово. Я проконтролирую. О, ты мне дверь откроешь. Хорош. Перебралась. Реально, бежит как солдат. Тых-тых-тых-тых-тых. Открывай. Молодец. Умница девочка. Ладно, мы на шаг ближе к люку. Смотри, есть лестница. А как я вас... Я, наверное, вот сюда поставить можно, да? Да. Слушай, это мысль. Оп, что могу? О, веревочка. Так. А что в лодке? Чем-то напоминает лодку Оуэна. О! Журнал Анама. Обучающее руководство. Понятно. Это почему у нас Давид и Голиаф. Полная история партизанской войны. Орлова. Тайная операция. Вон еще что-то будет у нее. Удаление двух заточек, позволяющих бесшумно убить большинство противников с одного удара. Заточка также используется для освобождения или захвата щелкуна. Полезная штука. Слух не нужен пока, давай качнем эту. Как добраться домой? Блин, скотч нужен, да? На точку-то мы смогли смастерить, а вот. Тека не требуется. Пусто? Пусто. Так, вылезаем. А, что за крестик? Нафига, подожди. Неси. Неси. Я хочу нести это. Нести.
Что ты в руки ничего не берешь? Нести можно, пожалуйста? Нести. Ну вы что, издеваетесь, что ли? Я зря с веревкой сюда спрыгну. Нести. Спасибо. Так, есть балка. Вот эта балка. Нам надо добраться туда, правильно? Правильно, куда это можно закинуть? Туда не закинешь. Только если, наверное, раскрутиться и... Уи! Лучший бросок. А так? Я понял. Коротковато. Есть мысли у тебя? Через эту перекинуть? Давай через эту перекинем. А ты что не перекинулась? Да вы издеваетесь, что ли? Ну, совет. Что дальше? Тут есть веревка. Так, я в курсе. А, так даже просто. Я думал, через дверь, чтобы раскачаться. Вот, уже что-то. Окей, а дальше кто? Говорю, несложные задачки здесь. Ага. А, точно, у нас же есть эта штука. Ночь. Мозг не шарит особо. Давай. Тихо. Да. Куляшки. Как там Мэнни? Оп. Я просто думал изначально... А ты тоже лезешь, палец? Высоковато. Сильно голова кружится. Через вот эту балку перекинь. А, особенно, когда смотрю вниз. Давай, полезай, ты первая. Как скажешь. Я пропускал. Я джентльмен. Вот они. Мэнни, мы спускаемся. Хорошо. О, дом, милый дом. Да ты его мы только рядом. Видела. Можно срезать путь через депо. Сначала бы с крыши слезть. Я знаю один очень простой способ. Трудно представить, что ты можешь чего-то бояться. Я не такая уж бесстрашная. Да ладно. Оперировать я бы вот в жизни не смогла. Такой стресс. Вдруг рука дернется. Ты думаешь, я не боюсь, что ли? Ну, папа всегда говорил, что ты его лучшая ученица. Правда? А то, по твоим словам, он был идиот. Короче, на крыше ничего нет. Идем. Полезли вниз. Оп. И лечь, правильно. Самое логичное решение. Падаешь, ложись. Так, а дальше? Элис, ну, умничка. Наконец-то вы нас догнали. Ты прям так спрыгнул, да? Ну как, тут все тихо? Ага. Мне это не нравится. Ну, до базы рукой подать. Да, это так. Да. Как вернемся домой? На вид. Я плюхнусь на диван, врублю мультик и буду пить, пока не отрублюсь. Что за мультики? Да? Что пить? А, какой мультик? Ха, серьезные вопросы. Тот, про девчонку. Комсьяма. Верхом на волке. О, я его обожаю. А пить? У меня еще 100 недель мескаль стоит. Не поняла, а ты про наш мескаль? А, си. Я тебя оставлю. Я хочу в этот вагончик. Жаль, что я на сносях и в бегах. Ну, смотри, кирпич есть. Тут явно что-то сносное должно быть. Вот, вот с стеклышком. О, монеточка.
Индиана, какой год? 40, говорю, 1816. Не угадал. Так, письмена. Вообще ничего не разборчиво. Интересно. О, Марта, теперь, когда договор нарушен, это место стало опасным. Скоро шрамы наползут сюда, как тараканы. Я уже забрал все свои припасы. А, это он. Твои стволы на всякий случай оставил здесь под замком. Прикинь, шрамы их не трогай, потому что сейф для них вещь старого мира. Вот психи, да? Да. До скорой встречи, береги себя, Пол Пэс. Код тот же. Большая победа. А где сейф? А где сейф? Куда не врубаюсь. А сейф-то где? Может, вот здесь, в этом здании? Да что ж все заперто-то, а? Я хочу найти сейф. Ребят, мы никуда не пойдем, пока не найду сейф. Если он вообще здесь есть. Нашла что-то? Тут может быть ящик с оружием. Это было бы кстати. Так давайте искать, ребят. Вместе, дружно. Нет, туда идти рано. Не-не-не-не, ребят, туда идти рано. Ящик с оружием. Ищем ящик с оружием. Почки. Блин, где он может быть? Так, давайте подумаем. Где он может быть? По-любому вот в том здании. Ну, если вот... Перелезь, пожалуйста. Еще раз. Может, я его не увидел. Он здесь. Мне кажется, код это дата на монетке. А если залезть вот сюда, можно? Можно сюда залезть? Вот сюда залезть. Где этот сейф? Ребята, может это, вместе решим эту задачку? Тут заперто. Может подсадит кто? Сюда на крышу, нет? Так, ёпстудей. Вниз я точно не пойду рано еще. О, точно, щель. Как я не заметил с первого раза. Вот и он. Вот дурак. Было просто обойти. Так, 1816, да, там был? Ага. Черт. Большая победа. Восемнадцать, шестнадцать, двадцать. Попробуем его. Не уверен, конечно. Не вышло. Аласен, не вышло. Давай искать подсказки. Таблетусики, птички, ножнички. Место. Большая победа.
Варианты есть? Ноль восемь, 15, 20 или 08, 15, 12. 08, 15, 12. Попробуем его. 08, 15, 12. Ой, не туда. 08, 15, 12. 08, 15, 20. Да ё-моё. Трачу время зря. Так. Да нет, не зря. Я не уйду отсюда, пока не открою этот код. Не расшифрую, скажем так. Выпуск получается довольно-таки грустным. 17-38-07. Угу. 17-38-07. Куда я разогнался? Ну, наконец-таки. Вот, подошел. Ну-ка, ну-ка. Опа. Какая прелесть. Хорош. Охотничий пистолет. Два патрона на него. Не, ну это того стоило, как по мне. Влезай. Пошли, ребят. Будет вопрос, нашла там кое-что, нет? Или вам все ребят, равно? Нам сюда. Вжух. Ладно, пойдем вдоль путей. Они выведут нас к дороге, идущей к базе. Мне не по себе. Знаю. Смотрите в оба. Через стену перелезем? Я не вижу как. Пошли вдоль путей искать путь. О, серафиты. Пора вырубать фонарик. И послушаем. Будьте начеку. Вон он ходит. Так, сколько их там впереди может быть у нас? У меня только пистолет с глушителем, правильно? И, по идее, это все из тихого оружия. Там еще один идет. Давай ляжем, мало ли. Так, ладно, по-тихому не получилось. Оп, пойдем этим путем. Пошли, пошли! Опа. А давай возьмем. Что, зря использовали. Не долетает. Жалко. Так, ребятушки, ребятушки. Сколько в тебя патронов-то надо, а? Так, ну это понятно. Ладно, передвигаемся. А, он тоже двигается. Вот сюда, если. По жопе тебе. И по мордочке. Свистуны. Быстрее! Ну давай просто пробежимся, я думаю. Обойдем их с фланга. Так, спереди еще двое, я понял. Здорово, братан. А как ты с двух пульта не умер, а? Придется хилиться. Ладно. А тут оптика бы не помешала, да.
Так, не-не-не, давай. Это, конечно, хорошо. Так, беременная подруга, я понимаю, почему не участвует, но... Ты, братан, чё, не взаимодействуешь. И собака. Ага. Смотри, там еще есть. Давай это, соберем лут вагончика. Тут я уже был. Вроде как, правильно? Тут только замена дубинки. Но у меня коряга есть пока, да? Следующий вагон. Как говорится, свистни в... А чё эти без луков прям такие? Тут тоже пусто. О, нет, три патрона есть. Якась еще штука. Я могу сделать вот эту вещь. Так, я понял, что вы здесь, ребят. Вы же голосите вовсю просто. Алло, мазафак. Вроде откуда-то сзади. Опа. Алло. Что такое? Сюрприз. Он бежит за мной. Это свой. О нет, посмотри, рискуем. Давай это возьмем здесь. Проклятие! Майс, вниз, попал. Вниз! А где ближайший вообще? Так, это мои кореша. Это все? Охренеть. Да. Все. Больше никого не видно. Сюда. Пошли. А что с ними вот это мелочиться? Так, эту разорвала, и у нее, так понимаю, ничего не было в себе. У этой вот была винтовка. Хорошо, патроны взяли. Больше ничего, да? Больше ничего. По кустам я не пройду, правильно? Правильно. Только так. Сколько там у нас? Пока хорошо. Время еще нормально. Можно чуть-чуть побегать. Так, беременяшка у нас в конце шла. Все, вроде все залутал. Надеюсь, что все. Ну смотри, тут есть лестница. Ну, я пойду так. Оп-оп-оп. Ребят, сюда. По лестнице. Или вы как? Не? Неохота? Так, еще раз осмотрюсь. Мало ли. Но возвращаться я уже не буду. Так, собачка с нами, с нами. Так, о, тряпочки всякие. Что-то сделать можно. Глушитель, хорошо. Не, бомбы вообще в идеале. На бомбы требуется другое. Так, пистолет фуловый. Надо было попробовать охотничий пистолет. Смотрите, мы почти дошли. Так, ну давай до базы дойдем, наверное. И закончим. Надеюсь, я... Куда магры? Они рядом. Да, я слышу. Сюда. Я понимаю, что я выживу 100%. Ну, давай этот возьмем, попробуем. Блин, а здесь бы не помешало этот взрывчатка. Окружите! Живучий парень. Так. Их слишком много! Это... Уфу! Ни хрена! Я понял. Отступаем. Это ко мне, да? Это ко мне было, отступаем. Кончаются патроны! Пошел отсюда, жопошник. Я вам не дамся! На, знатно. Мы тебя зарежем! Внимание! Слишком близко.
Да блин, как тебе попасть-то? Что-то едет, что-то едет. Подмога. Патронов. Ну сами разберись. Патроны так кончились. Но я было знатно. Назову вашу честь. Не, ногу скорее, от... отрубило это прям таки знатно. Вы готовы? Прикольный пистолет. Хорошо, что вы рядом. Хорошо, что мы мимо ехали. Что-то это. Услышали выстрелы. Как вы выехали с базы? Нормально все обошлось у вас? А мы прям в засаду попали. Так, тут все. Я не знаю, требуется или не требуется вообще собирать патроны. Вот, тут еще можно взять. Погнали! Твою мать! Черт, ты как? Руку зацепил. Ничего, переживу. Давай. Дай посмотрю твою руку. Да. Таких, как Эбби, так просто не взять. Опа, это первый день Сиэтла, правильно? Насыщенный, насыщенный денечек у них. Вот и база. Вылифы. Как можно ее не заметить? Такой здоровый флаг на все. Потерпи, почти приехали. Здорово. Открыть ворота! Пропустите! Майл. Что? Твоя спина. Сожми как можно сильнее, понял? Охренеть. Я даже не почувствовала. Эй, у нас двое. У него пулевое ранение в руку. А ты видишь, что нож в спину? Мэл, ты держалась молодцом. Почти что комплимент. Иди в лазарет. Элис, стой. Пойдем, нам сюда. Сидеть. Многовато крови, да? Зря мы ее взяли. Все будет хорошо. Да без нее бы ты не справилась. Все будет хорошо. Тут. Давай, девочка. Это Элис. Пойдем, Элис. Умница. Спасибо. Ох уж эти новобранцы. Я им не доверяю. Еще раз спасибо. Эй, Мэнни, погоди. Потом договорим. Ладно, спасибо. Пока. Пока. Так, ну что, мы прибыли на базу шрамов. Я думаю, на этом можно заканчивать. Каких шрамов? На базу ВОП. Путаница в голове. На этом, пожалуй, и закончим эпизод. И продолжим уже играть за Эбби в следующем выпуске. Если понравился, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.